Всем привет, с вами Кирс 5, и мы продолжаем играть в Evolve. Теперь мы точно войдем в сетевую игру и попробуем вот это вот этот режим поиграть в эвакуацию, то есть. А схватка это что интересно? Мы хотим сделать так, чтобы вам как можно. Схватка это просто, видимо. Охота одна, наверное. В принципе, меня устраивает. А, окей. Это вот так вот. Первое место вообще надо было. Мне монстр сейчас перетасую. По-другому. Окей, окей. Так, так, наверное, так. Так. Но нет, схватка значит только охота, а эвакуация это и все остальные поединок. Вместо 2-4 охотника игрока после против монстра управляемого и... Ха! А вот это вот интересно. Блин, а я не думал, что тут так можно. Охотника, игрока, монстр, игрок. Это будет, мне кажется, легче сейчас. Наверное, давайте сначала против монстра, игрока поищем. Обсервировали монстра, нет, монстра вообще не хочу. Я хочу, наверное, да, вот так вот. За монстр мы успеем наиграться, я хочу посмотреть на все это со стороны охотников. День 5. А если я не хочу день 5? Что за... Почему день 5? Я хочу с самого начала как бы. Ну вот, кстати говоря, нам показывают всех тут все скины. Так, стоит, видимо, главный у них это вот этот вот саппорт, который по центру стоит. Где что? Ай, подлагала. Давай, 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 давай. Ага. А, у него теперь жизни показываются. Это интересно. Ну все, меня плашит. Буду стрелять тогда по нему. Меня кто-то понимает, нет? А, серьезно, меня кто не понимает? Да вы чё? Ни хрена себе, как-то это слишком жестко. Ну вон там боты, ребят, ку-ку. Ботов отгоните. Все. Смотрите. Блин, ну конечно, это реле уничтожили. Почему? Давайте, я вам нужен. Я не понял, я чё, вот секундочку. А, тут два генератора. Тут несколько генераторов, окей. То есть получается, что я несколько секунд перележал, чтобы успеть уехать. Ну да, это не самый лучший мой забег, конечно. Не знаю, что будет делать этот чувак. Ну, обидно, у монстра совсем кофелюшечка здоровья осталось. Может, он его сейчас запрет как-то.
А, 10, 9, 8, 7. Я надеюсь, он сейчас так быстро не сдохнет. А сверху, я думаю, время это... Это, видимо, что-то не то. А, охотники побежат через. Вот что это за время. Тут даже очень удобно, что через, ну, время от времени, то есть, вот, появляется надпись рядом с этим значком, объясняющая этот счетчик, что показывает. А мы уже прилетели, это удобно. И у нас остался последний источник энергии, я надеюсь. Мы... О! Отлично! Мы прямо на него. Тут вот, кстати говоря, турели. От щита почти ничего не осталось. И чё я его не... А, окей. Блин, а как мне туда добраться? Нет, серьезно, как мне туда добраться-то? Быстро. Ребята, быстрее. Его. Все. Ой. Да что ж такое? Как он так быстро убивает-то нас всех? Ребят, у него совсем там мало осталось здоровья. Давайте, убивайте его. Дейзи. Плевать на все. Давай скорее ко мне. Дейзи. Дейзи! А, окей, у меня там кто-то другой. От щита почти ничего не осталось. У меня больше нет щита. Где он? Где он? Приступаю к оказанию первой помощи. Вот. Все, мы победили. Фух. Ну, на самом деле, как-то... По-моему, сложно здесь будет играть за монстра. Хотя тут, видимо, его приспешники время от времени сами бегают. Это удобно. Но все равно как-то... А может быть, и наоборот, все сбалансировано. Не знаю, я как-то... Спасено. Ух ты, нифига себе. Мне за всех этих чуваков опыт дали, видимо. Надо еще поиграть, что я, у меня слишком мало опыта в этом режиме. Да, мы спасли корабль, все эвакуировали, отлично. Это лучшие моменты или что? А нет, это просто типа что было. Офигеть, это они против стольких. Да они ж так не справятся. А, ну окей, дофига, но все равно, слушайте. Вау. Чё, их оставили, что ли? Погодите, их оставили? Не, серьезно, я как-то не понял. Я что-то не понял. Почему их оставили на корабле? Там. О, третий уровень. И чуть-чуть еще. Новый задний план. Охотники в наших оставили, а почему фиг его знает? Или тут шестой день будет? Нет? Обидно как-то немножко. А далее... Готов.
оборону. А, это итоги, видимо, да? Один раз мы, они проиграли, два раза выиграли, потом проиграли, потом выиграли. Ну и все. Убито поселенцев 1138, спасено еще больше. Понесенный ущерб. Нифига себе понесенный ущерб. Блин, я не успел сосчитать. Меня в новую игру кидает. Я надеюсь, меня сейчас кинет по новой куда-нибудь. Я в это очень надеюсь. На это, вот, точнее. Ай. Найти игру? Спросилось, да. Найден игрок, найден игрок. Может, свою игру создать, чтобы ко мне присоединили? Да, наверное, я так и сделаю сейчас. Своя карты режим эвакуация дополнительно карта-то эвакуация карта ну ладно видим ну да эвакуация там же все вроде как рандомно сложность дополнительно увеличить урон который наносит одна команда пользу монстрилищий рынок. Окей. Флора и фауна. Фора прибор эвакуации. Две. А, можно без ограничений. Можно две, можно ноль. Две. Бонусы героя. Бонусы мастерство. Элитные существа. Голосовой чат только отряд. Открытый. А, то есть можно еще и с монстром болтать. Не-не-не. Вроде все, да? Начать игру. Охотник, допустим. А можно как-то... чтобы из интернета люди ко мне присоединялись. Нет? Нельзя? То есть ко мне не будут сейчас присоединяться? Эй. Видимо, нет. Ладно, даже не хочу. Ждать, проверять. Давайте тогда искать уж как получится. Эвакуация. Игрок монстр или управляемый ИИ. Вот это ИИ, наверное, сложнее будет. Давайте попробуем тогда теперь ИИ, в принципе. Чего уж тут против человека поиграли, давайте теперь и против искусственного интеллекта поиграем. Найден игрок. О, 4 игрока уже найден. А, ну все, да. Пятый это монстр, который компьютер. День один. Великолепно. С самого начала сейчас можно будет поиграть. Обычно птицы мамонты не... Птицы мамонты? Ладно. Вот, почему снова я... Он выдыхает огонь! Погодите. Обнаружил большого уродца. Погодите, что? Я тут обнаружил редкий экземпляр. Окей. Что-то я не понял, что я сейчас играл. Хотя и медик мне интересно, я теперь медик на все эти 5 раундов. Хотя нет, вряд ли. Наверное, каждый раунд тут рандомно. Это и есть, наверное, птица маунт. Маунт. Ребят, погодите. Ё-мо, вот это вот. Собака вообще мне не нравится, потому что она
прыгает на тебя, станет какое-то время, потому что грызет, потом отпрыгивает, и у тебя появляется эффект отравления, то есть у нее какой-то яд, видимо. Что, где? А какой против нас монстр-то? Неизвестный. А где реле? Вообще, что за карта? Странная достаточно карта. Ух ты, блин. Далековато. А там чё? Вылечите товарища. Воу-воу-воу. А почему я уже... Ай! Будем лечить тогда, раз медик, так медик. Здесь альбинос, его легко заметить. Ай, три, скорее. Держитесь, переключаюсь на дротик с транквилизатором. Я истекаю кровью. Давайте прикончим его. Где, кто истекает кровью? У кого мало здоровья? Ай-яй-яй. Этого я не хотел. Кто сдох? Кто умудрился там сдохнуть? Во-во-во. Помогите. Кто-нибудь. Ай, промах. Офигеть, он меня умудрился еще и поджарить. По-моему, мне сейчас Я подлечился. Я же подлечился. Пипец. Что такое? Почему так? Давай. Что это падло-то такое? Да хватит мне приводить в это состояние. Лучше бы убегали, чуваки. Но я не знаю, что такое, почему так легко сдох. Дейзи еще хренью какой-то... Ну, конечно, я не увидел, как там первый чувак сдох. То есть я увидел только черепов. Я не видел эту шкалу этого чувака сквозь стены. Я же должен увидеть. Нафига они друг друга пытаются поднимать? Ой. Ладно. Действительно, мой косяк, вроде как не косяк, но я не видел эту полоску здоровья чувака, который подыхал там. Обидно. Но монстры, мне кажется, как-то сильнее стали. Они быстрее. Они, наверное, просто быстрее стали, наверное, скорость передвижения увеличили. Он очень шустрый, потому что ко всем бегал туда-сюда. А теперь вот эти чуваки будут по карте разбросаны, что ли? Ну окей. За них там, по-моему, какой-то баф неплохой дают. Единственное, что не пойму, почему меня никак не могут начало матч самый присоединить. Почти на 121. Ну окей. И вот заметили, кстати говоря, снова я играл против бота, и мы проиграли. Я бы за спасение. Ну ладно, давайте гнездо так гнездо. Надо будет снова себе иконку поменять.
Монстр может питаться трупами сотрудников Эбон Стар. А тут какие-то люди еще будут? Корабли Эбон Стар потерпели крушение. Монстр может питаться трупами члены. А, тут просто члены экипажа разбросаны по карте, видимо. Леопарды молнии часто держатся стаями. Ага. Значит, это леопарды молнии, вот которые сейчас прибегут. Все тут много. То есть тут есть кто-то, кто херачится электричеством, но вроде как. И птицы, мамонты там какие-то тоже было написано, что электричеством херачат. Не знаю. Сменить нечего, но маги давай тогда. Что с тебя? Быстрая замена, высота прыжка лучше. Медик еще не готов. Саппорт не готов. Можно как-то заглушить, да? Просто не хочу, чтобы сейчас параллельно со мной кто-то говорил. Ну, в принципе, наверное, на этом закончу. Тогда следующий бой мы в следующей серии поиграем. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Кирт5, всем пока.